Во Владивостоке масштабный ремонт тепловых сетей выходит на финишную прямую. Так, на улице Набережной 9 энергетики заменили более 570 метров трубы диаметром 820 миллиметров. Реконструкция проходила в два этапа. Первый уже завершен, и автомобильное движение на данном участке возобновлено. Энергетики также завершают работы в ходе второго этапа на зеленой территории вдоль дороги. Они выполнены на 90%. Специалистам осталось восстановить благоустройство объекта. Также на финишной прямой работы по замене теплосети на Станюковича 1. Станюковича и Набережная – это магистральные трубопроводы, идущие от С2. Фактически это головной участок теплотрассы, которая питает весь Игершельд. Для повышения надежности жителей у нас на всего Игершельда – это одна из важнейших работ, которая была проведена ДГК в этом районе. Кроме того, заканчивается ремонт теплосетей на Светланской 150, Садовой, Сафоново. Напомним, своевременные работы позволят пройти отопительный сезон без аварий. Заполнение сетей теплом во Владивостоке планируют начать 16 октября. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.